Мы погрунтовали наши диски, они запеклись. Сейчас я их достану. Выдвину наши тележки и буду красить их хром, цвет хром. Также я расскажу про расход газа более подробней. Взял весы, взвесим все, посмотрим, расскажу про расход газа, про контроль газа, что мы знаем, чему мы научились. Все будет интересно. Итак, нанесли краску, напылили, снимаем маску, диски, задвигаем наши диски. Как видите, каретка задвигается нормально, а в одиночку легко можно это сделать без заморочек. Закрываем дверь на замки. Проверяем горелки, чтобы они все были закрыты. Готовим горелки к запуску. Все горелки закрыты. Сегодня мы слили весь конденсат с одного из баллонов. Я его взвесил, 22 килограмма 300 граммов. Заправил в него пропана, чуть больше 30 литров, 30 литров 200 грамм. Сейчас вам я это все покажу. Сколько он стал весить. Вот 39,5 килограмм. Ну стой ты, блядь, не уебуйся.
баллон новый, чтобы сейчас выставить нормально давление. Я редуктор открутил полностью. Открываю баллон. Начинаю немножко подкручивать давление, чтобы стало как нам необходимо. После этого иду зажигать горелки. Так, вот мы запустили 4 горелки, у нас 39,5 килограмм. Время без 10 час. Сейчас мы засечем, за сколько у нас нагреется, наберется температура 180 градусов. Краска запекается 10 минут при температуре 180 градусов.